spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена бюджетная серия безинерционных катушек Big Sting, которая выпускается под брендом Namazu. В линейку входят три модели весом от 260 до 359 граммов. Передаточное число в зависимости от модификации составляет 5,1 или 5,5 к 1. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 2000. Катушки Big Sting имеют современный дизайн и выполнены в черно-сером цвете с синими элементами. С целью максимально уменьшить массу конструкции при производстве корпуса и ротора применяется современный графит. Такой материал обладает несколькими важными качествами. Он легок и прочен одновременно. К тому же отметим компьютерную балансировку ротора, которая помогает снизить вибрацию во время вращения этого узла. В катушках устанавливается 6 подшипников, 5 из них шарикового типа и 1 роликовый. Есть и система антиреверса, воплощенная в мгновенном стопоре обратного хода. Основная шпуля выполнена из алюминия и дополнительно облегчена за счет перфорации. Бортик со скошенным профилем помогает осуществить более дальний заброс. В зависимости от модели, лесоемкость составляет от 80 метров монофила диаметром 0,20 мм до 180 метров сечением 0,30 мм. Кстати, для фиксации предусмотрена круглая металлическая клипса. Регулятор фрикционного тормоза имеет переднее расположение. В нижней части мы видим рычажок реверса. В одном положении ротор вращается только в режиме намотки. А после переключения он способен крутиться в обе стороны. Рукоять из алюминия. Оснащается плоским кнобом из современного материала EVA. Есть возможность из леворукой модели сделать праворукую или наоборот. Для этого меняем ручку местами с декоративной заглушкой на противоположной стороне. Большим плюсом является наличие в комплекте дополнительной шпули. Обратим внимание, что она выполнена из графита и отличается геометрией бортика. Однако имеет идентичную с основной лесоемкость. Ее можно заполнить леской другого диаметра или использовать в качестве запасной. А теперь давайте разберем катушку Namazu Big Sting и посмотрим, как она устроена. Внутри находится механизм, который является простой, но надежной конструкцией. Однако стоит избегать падения катушки в воду или на твердой поверхности, а также рекомендуем своевременно производить стандартное ТО. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.